Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня я хочу вам показать игру под названием Slash Hero. Слава богу, это наконец-то игра у нас на русском языке, так как в последнее время что-то у меня попадалось все на англоязычных. Точнее, попадали все время англоязычные игрушки без поддержки родного языка. Так, ну что? Так, джойстик вроде бы говорит поддержка. Сейчас попробуем джойстиком поиграть. Видели вы все сами, что случилось. Мы должны Хэллоуин спасти. Как раз эта игра была практически приурочена к празднованию Хэллоуина, то есть буквально за несколько дней до самого праздника она непосредственно вышла. Но только сейчас у меня добрались, как говорится, нашлось время, дошли руки. Вот, чтобы посмотреть эту игрушку, очень много релизов уходит. Я стараюсь показывать, естественно, все не покажешь, но стараюсь показывать игры какие-то наиболее, ну, по крайней мере, интересные для меня и которые могу себе, в принципе, позволить. Так, используйте левый стик, чтобы ходить. Не хочет он ходить. Ага, все ходит, ходит, это я. Зажми правый курок и двигай правый стик через врагов. Отпусти, чтобы их порубить. Так, еще раз. Зажми правый курок и двигай правый стик. Курок это имеется в виду верхние шифты, что ли? Так, через врагов отпусти, чтобы их порубить. Ага. Я понял эту фишку, это приближение, а это... Сейчас так, наверное, наиболее удобно. Эй, я конфетки все не собрал. Вначале конфеты буду собирать. Это на самом деле Steam-версия... Ну, знаете, мне кажется, что на мышке было бы легче играть здесь. Как-то у меня... Так, а как мышка работает? Эй-эй-эй-эй-эй. Эй-эй-эй. Черт. Мышка непонятно как работает. Может быть, я уже подключился? Вот незадача. В нужный момент, чувствую, будет большая беда. Так, собираем конфеты, как я понимаю, чтобы что? Чтобы, наверное, уровень поднялся у нас каким-то образом. Да, предлагаю собирать вначале конфеты, а потом уже переходить непосредственно к убийству этих персонажей. Хотя убийство в такой красочной, милой игрушке как-то совсем, мне кажется, не звучит. Так, это сердечко дает что-то мне или просто, если бы меня ранили? Мне вроде бы ничего не наполняется. Так, а тут что? 0 из 207 предметов. Вы представляете, сколько здесь всего? Такая, это что за секрет такой здесь? О, как! Открой рюкзак, чтобы надеть костюмы. Так, когти, мишка, плюс один. Он такой симпатяга. Здесь еще куча всяких секретиков скрытых, да, у вас есть? А в той стороне ничего такого не наблюдается. То есть плюс один к каким-то параметрам. Типа обувь какая-то здесь. Так, а что тут еще есть? Это... Ну все, вот это что такое? Ясно. Ну все, давайте двигаться дальше. Контрольная точка. Сейчас, видимо, будет что-то очень жестокое. Так, так, так. Вроде бы здесь без секретиков. Давайте пойдем дальше.
да. А почему отменять, вот интересно, нельзя? Вот мне, допустим, не очень удобно управлять. Так, опять какие-то секреты, я смотрю, снизу есть. Новый предмет. Бензопила, звездный десантник, плюс один по колено в сладостях, плюс один к здоровью, к атаке и к скорости, видимо. Ага. Ну, естественно, этот предмет круче, чем прошлый. Скажу сразу, друзья, не очень удобно управлять с геймпада лично мне, как-то не совсем. У меня правильно выходит бить этих противников, как-то у меня почему-то постоянно он куда-то в сторону увиливает во время атаки. Я не знаю, с чем это связано. Вроде бы с геймпадом дружу и много игр прошел. Вот, а здесь что-то никак не выходит. Так, а это что такое? Плюшевая голова Мишка. Он такой симпатяга. О, теперь у нас няшка какая-то с бензопилой. Даже как-то и не звучит. Няшка-то с бензопилой. Так, тут сразу секрет виден. Конфетки помогут нам показать путь весь. О, какой брутальный сейчас у нас персонаж будет. Так, а он что дает? Так, плюс 9 и плюс 7. Рожден сражаться с драконами. Ну, нихера себе. Сейчас мы тут устроим им балаган. Так, ну вроде бы все тут. Двигаем дальше. Как так? Я ж там не все проверил. Почему нельзя назад вернуться? Что это такое? Так, вот еще какие-то проблемы. Немножко поправить здоровье. Так, пока проходится легко. Так, тут все. Знаете, эта игрушка, конечно, больше подходит для мобильных платформ, для тех же флеш-игр, на мышке конкретно играть. Это гораздо интереснее и проще управлять, чем с геймпада. Может быть, здесь можно... Ну да, вот можно сделать, допустим. Сейчас попробую поиграть с мышки. Мне кажется, это будет гораздо удобнее. Не так будет больно для глаз и для моих нервов. А как? Ну, конечно, ну, он как с мышкой проще, насколько. Вон, можно рисовать что угодно. Ну, да, мышкой, получается, играем. Вообще, эта игрушка, на самом деле, прямо в самом начале, вы, я думаю, видели, заметили, портал знаменитый. Знаменитый флеш-портал, с которого очень много пришло в последнее время игр в Steam.
разработчики не дремлют. Вы знаете, я считаю, это очень хороший пиар-ход. Мало того, что этот сайт позволяет продвигать свой продукт, там, естественно, я думаю, что-то платят они даже за какую-то бесплатную игру, которую вы размещаете на портале, надо что-то, наверное, заплатить, потому что это хорошая, на самом деле, реклама вашего продукта. Но, может быть, я ошибаюсь, я никогда особо не играл во флеш-игры, не всегда хватало консолей, игр на консолях и игр на компьютере. Вот, никогда не оставалось у меня времени ни на мобильные игрушки, ни на флешки всякие. Да просто жалко даже его, жалко своих глаз, потому что и так очень много времени плюс работа проводишь за компьютером. Вот, хочется иногда от всего этого отдохнуть, абстрагироваться как-то. Вот, но все равно, тем не менее, где-то сталкиваешься, читаешь или в каких-то там новостных лентах видишь какие-то топы этих популярных флешек. И вы знаете, мне больше всего нравится вот именно во флеш-играх. На самом деле очень много интересных оригинальных задумок, и всегда мне я выделял визуальный стиль. Очень он импонирует, я не знаю, вот вроде бы мелочь, вот здесь же то же самое, как бы, ну, игра действительно, ну, для компьютера, ну, мало как, ну, точнее, для серьезной такой игры она мало как предназначена, ну, не будет никто сидеть в эту игру играть там много часов, если есть там, допустим, какие-то более серьезные проекты, да, иногда душа требует что-то более казуального, более этого, вот, тогда, конечно, да, можно дать шанс такой игре, но такие игры, по большей части, предназначены, чтобы в них играть между делом, то есть, или там где-то в транспорте куда-то едешь, или в какой-то дальней дороге, я не знаю, или там в электричке, в поезде. Вот, но сидеть конкретно дома, придя с работы, и вот в такие игры, конечно, играть, ну, ни в коем случае, я думаю, не будешь. Кому-то будет жалко свое время, у кого-то будет в планах пройти что-то другое. Вот, но такие игры быть должны все равно. Вот, и жалко очень, когда многие игроки пишут всякие нехорошие отзывы конкретно про флеш-игры, про мобильные игры, про консольные порты, всегда что-то не устраивает. Надо, мне кажется, понимать и разделять, что требования, ну, изначально эта игра разрабатывалась на соответствующие платформы, которые я указал, назвал, получается, ранее. Вот, но с другой стороны, надо и учитывать определенное, ну, соответствовать определенному качеству игр, которые вы выпускаете на компьютерных платформах. То есть, если вы выходите в Steam, то надо определенным требованиям соответствовать. Но вы знаете, вот есть еще большое упущение, мне кажется, со стороны Valve. Вот этот Steam Greenlight на самом деле очень хорошая штука, но мне кажется, надо ее немножко ужесточить, потому что очень много нишевых и не очень качественных проектов уже стало проходить через Steam Greenlight. Фактически собрать эти самые, по-моему, там 10 тысяч голосов, если я не ошибаюсь, не такая уж становится и большая проблема. Там есть какие-то платные сайты, которые можно заплатить, там немножко денег, они пропиарят тебя. Есть различные группы кураторские, которые этим занимаются. Допустим, в нашу группу тоже мне не раз, допустим, на почту приходили запросы продвинуть какую-то игру, но я по большей части всегда отказываюсь, потому что не вижу в этом смысла. Я запустил буквально только несколько новостей на те игры, которые мне лично или понравились, или издатель, который мне, допустим, которому я симпатизирую, который мне нравится проект этого издателя. Вот, только в таких случаях я, допустим, могу какую-то игру пустить в новостную ленту группы, но по большей части я считаю это все какими-то нечестными пиар-ходами. Вот, и вот это вот фейковое набирание этих самых голосов, по-моему, надо немножко как-то поменять эту политику. Какие-то требования, не знаю, но это уже совсем другая тема для разговора. Давайте, наверное, продолжим, что-то я как-то увлекся совсем, наверное, не той темой. Так, давайте убежим. Какая прелесть. Эти дундуки сами себя поубивали. Я вот точно помню, что читал перед игрой, я прочитал, соответственно, ну, естественно, прочитал я описание в Steam. Я так всегда, в принципе, делаю на любую практическую игру, которую запускаю. И совершенно точно помню, что, поедая конфетки, мы будем какой-то опыт получать. Но что-то я пока никакого опыта вообще не вижу.
Блин, ну... Вот уже могу отметить минус в игре, что не дают после убийства всех врагов насладиться уровнем, то есть обследовать, потому что там какие-то секретики где-то есть. Вот даже собрать все вот эти вот пресловутые там эти 200 с чем-то предметов, ну как их можно собрать, если не дают даже, получается, уровень изучить, так как сразу тебя переносят куда-то в другое совсем место. Так, а ну-ка, а ну-ка. Плюс тут еще тупые персонажи, сами это видите, как они идут просто напрямик на тебя и не смотрят ни на что. Так, что у нас там в рюкзачке? Ну, это, естественно, круче. Оружие абсолютно одинаковое, поэтому оставляем все как есть. Идемте дальше. Давайте еще немножко поиграем и, наверное, остановимся. В принципе, я думаю, вы сами все могли видеть. Неплохая игрушка, но вот как я начинал свой небольшой монолог, по-моему, в нее неплохо поиграть где-нибудь между делом, вечерком. Там не очень она подойдет, только если вы очень сильно устали, не хочется ничем нагружать голову. Так, с какой-то целью, там, спасти конкретно Хэллоуин, конечно, никто этим заниматься не будет, кроме каких-то, наверное, очень маленьких игроков, которым ничего более сложного предлагать нельзя, хотя мне кажется, что здесь тоже будут какие-то сложные моменты, которые, ну, заставят потрудиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Новый предмет. Да что ж вы на меня все лезете, да? Ну давай, вот ты сюда, потом мы... Красота какая-то. Что у вас, 200 здоровья? Мне такое ощущение, что два раза там ударяются. Так, что мы там понабирали? А это на... О, видите, как хорошо. У нас теперь уже и футболочка есть. Все, у нас три предмета на нас одето. Больше здоровья. Что-то в движении, там, не знаю, скорость или что. Получается, всего три у нас предмета экипировки есть. Это шлем, то есть то, что одеваем на голову, то, что одеваем на тело, и оружие. Так, давайте посмотрим, что дальше. Ну вот, знаете, играя за мышку, есть один небольшой нюанс, который мне тоже, допустим, не очень нравится. Управление... той же кнопкой идет, что и сама атака. То есть, если, допустим, играя на геймпаде, у меня одна кнопка отвечала за передвижение, другая отвечала за вот это, ну, так само называемое прицеливание, то здесь я должен, получается, возвращать мышку вот сюда, и только потом я уже, вот, видите, только потом я уже могу наносить какой-то удар. То есть, немножко это... Ваше здоровье, ребята. Первые жертвы пошли, да? Так, я вижу. Новый предмет. Нет, выберу я это. А куда меня здесь дорожка хочет завести? Тут где-то есть какой-то, видимо, проход. Адекватный. Ну, видите, куда я аж отполз. Нам надо добраться до контрольной точки. По-моему, она сейчас прямо и будет. Так, бензопила, по-моему, у нас уже есть, да. Это что, у нее увеличились параметры? То есть две бензопилы мне удвоили параметры мои? Это ж круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Так, спокойно. Первый раз же нажал, все правильно. Ну вот, друзья, вот такая игра. Если вам понравилось, если вам понравился данный проект, ссылочку вы найдете под видео. Ну, а как я говорил ранее, вообще всем любителям флеш-игр посвящается. Вот, я ни в коем случае не против таких игрушек. Есть прекраснейшие примеры, допустим, Kingdom Rush, знаменитый Tower Defense, который, я считаю, обрел второе дыхание на ПК, ну, я имею в виду конкретно Steam-версию, она стала лучше, она стала красивее, там, по-моему, даже новый контент появился в виде, там, парочки обновлений, там, какие-то DLC, по-моему, выходили, если мне память не изменяет. Хотя первоначально игру очень и очень плохо встретили, вот, много игроков выступало категорично, что таким проектам не место в Steam'е. Ну, в принципе, такая категория людей, которые против всяких инноваций, всего нового, или даже просто против каких-то перемен, такие люди будут всегда, наверное. Поэтому тут этого стоит ожидать, но если порт хороший, почему бы, допустим, и нет? В данном случае я вот могу сказать свое личное мнение, что порт вышел посредственный. В плане, допустим, там графики, сглаживаний, картинки, полноэкранного режима вопросов никаких абсолютно нету, но вот с управлением это, по-моему, очень большой косяк. Мне кажется, гораздо удобнее было бы, если была бы возможность управлять, допустим, ASD и мышкой, допустим, атаковать. Это было бы удобнее в разы. Но вот как сейчас это реализовано, мне, допустим, было некомфортно. Я вот несколько раз из-за этого путал атаки. Точнее, ну не путал, я просто жал, получается, не совсем правильно, и у меня получалось неправильно походить. Возможно, это связано с тем, что я в процессе самой игры перешел от геймпада, перешел на мышку. Если бы я сразу начинал с мышки, возможно, я бы лучше с ней обращался. Но все равно у меня такое мнение вот останется, и я его точно не поменяю. В любом случае, друзья, спасибо за просмотр. Извиняюсь за столько речей, не совсем связанных с игрой. Вот, но я рад, что вы меня услышали, и буду рад услышать ваше мнение. Всем большое спасибо за просмотр еще раз, и до новых встреч.